Карнавальная вечеринка, прошедшая в Доме культуры «Успенский», собрала, что называется, от мала до велика. К празднику присоединилось подрастающее поколение и родители. И это несмотря на то, что организаторы мероприятия ожидали старшеклассников и студентов. К началу карнавала в Доме культуры уже нет мест. Настоящий аншлаг. Тематический вечер проходил при поддержке администрации сельского поселения Успенское. А безопасность и порядок на празднике обеспечивали народные дружинники. Главная цель мероприятия – это привлечь молодежь и показать молодежи, что весело, красиво, радостно можно веселиться без наркотиков и алкоголя. Гостям Дома культуры была предложена насыщенная анимационная программа. При входе всем предлагалось при помощи опытного аквагримера придумать собственный образ. На вечеринке каждый мог потанцевать под современные хиты, поучаствовать в конкурсах на лучший карнавальный костюм и лучшее селфи вечера. Во время праздника работал фреш-бар, в котором подавались исключительно безалкогольные ягодные напитки. Ну а для самых маленьких организовали сладкий стол с разными вкусностями и горячим чаем. Кульминацией вечера стали танцевальный мастер-класс под музыку из клипа Майкла Джексона «Триллер» и исполнение кавер-группы известных хитов. Люди переодеваются в какие-то чудовищ, чудищ, да, или какие-то делают зомби, тем самым отгоняя злых духов. Они веселятся в этот день, да, и тем самым отгоняя злых духов, да, от своего там, да, поселения, города. И маленькие, и большие гости карнавального вечера остались довольны. Особенно те, кто за лучший костюм и лучшее селфи получили поощрительные призы. Ребята надеются на то, что таких праздников в родном селе станет намного больше, и они будут иметь традиционный характер. Тем более, что администрация сельского поселения идет в ногу со временем и старается поддерживать любые инициативы молодежи. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».